А сейчас попробуем на точность. На мишеньке вот в самом верху по углам есть два болтика. Вот с 20 метров попробуем, сидя на стуле, попадать в эти болтики. Ну и пойдем посмотрим, что у нас получилось. Без очков, конечно, фиговато, прицела я не вижу. Раз, два, три, четыре. Четыре. Остальные ушли выше. Не вижу нифига прицел. Но из коротенького пистолета на 25 метров нормально. На секундочку. Наши биатлонисты стреляют на 25 метров стоя из винтовки. Вот, и мишенька у них заметно побольше. Они всегда попадают. Как-то вот так вот. Понятно, что после пробежки сердце у них бьется по-другому. Ну так это винтовка, а не короткий пистолет.